вот эта война, что идет сейчас, совершенно ненужная, несправедливая и даже позорная. Стыд и срам. В наше время, чтобы обратно народ поднять, беженцев, дети, старушки, старики с палочками, куда идут, что идут? Садитесь за стол, разберитесь, а не уничтожать мирных жителей. Когда видишь то, что происходит сейчас, не веришь своим ни ушам, ни глазам. Это разве нормально? Неужели нельзя договориться, что не втягивать во всю эту страшную кровавую мясорубку простых людей, которые не занимаются политикой, хотят спокойно жить, каждый на своей земле? Я против войны, потому что война – это разрушение, уничтожение, все живое. Страдают дети, страдают старики, страдают, все люди страдают. Не знаю, у меня слов нет. Я только брожусь, вспоминаю, сколько мы пережили. Но никогда в жизни я не думала, что такое может повториться. Мы воевали вместе. Русские, украинцы, белорусы, евреи, татары, чувши, армяне, грузины. И победили. И вот сейчас нам страшно, что внуки этих солдат, которые отстояли независимость такой большой страны и победили, внуки тех дедов друг друга убивают. Мы не находим этому объяснению. И эта блокада Ленинграда, она пошла 80 лет назад, а сейчас такое же происходит в Мариуполе, в Чернигове, в Харькове. Люди умирают с голода, из-за нехватки воды, из-за нехватки лекарств. Это настолько все ужасно, что не передать. Русская армия – это бомбежки. Убийство мирных людей – это ужасно. Послать опять молодых парней погибать ради чего? Господин Путин, прекратите эту страшную ненужную бойню.